включил вот только сейчас. Склеечка. Ладно. Короче, я тут оставаться. Да. 3, 2, 1. Поехали, дамы и господа, по прекрасному ландшафту, можно сказать, заповедному местечку в поселке Малаховка. Я просто обнаружил, что я очень люблю во время дороги трепаться. Какая бы это ни была дорога, и решил попробовать позаписывать. У меня же есть микрофон, который я купил, сам не знаю, за каким хреном. И камера у меня есть теперь. Чего бы не поснимать вот такой спринт вокруг Малаховского озера. Но лучше не гнать. Эту дорогу мы знаем. Здесь ряд сложностей есть. Первый – люди. Второй – собаки, которые с тобой бегут и пугают тебя. Или вот так перебегать дорогу в неположенном месте. Собак много, людей много. Непонятно, кто умеет. Люди первое, собаки второе, третье. Дорогу я помню не очень хорошо. Четвертое, конечно же, грязь. Пятое, люди. В другом проявлении каком-нибудь. Педаль скрипит. Ну что ж, кураж присутствует. Младенцы за рулем колясок. Проблема. Корни. Ну, это, конечно, грязь, корни, это не проблема, это только те вещи, которые добавляют интерес этому дороге. Я в шлеме, соблюдаю за безопасность. Также надо отметить, что сегодня я тестирую новые перчатки. Они мне родители подарили. Лежат перчатки уже давно, но ввиду погодных условий мне до сих пор не доводилось их опробовать. Сегодня у нас хорошая погода. Проносимся на скорости 28 километров в час мимо толпы людей, которые по традиции расходятся в последний момент. И вот начинается интересный ландшафт. Я боюсь, что я это вот сейчас очень зря сделал. Сверну сюда. Но нет, нормально. Панки грязи не боятся. Опа. Вес тела у нас донат. И очень даже просто проехали мы этот участок, теперь стекла, кирпичи, это плохо. Но... Да, это даже хуже, чем грязь оказалось. Если слезем с велосипеда, пешочком закинем его сюда, надо было опустить передачу. Но поехали дальше. Да, не успел я ослабить передачу. Это моя ошибка на данном участке дороги. Ну что ж, грязь проехали. Как мы видим, это не сложно. Но вот забыли про овражек в конце этого участка. Мы сейчас остановили между Малаховкой и Удельной и подъезжаем к концу Малаховского легендарного озера. Здесь у нас будет тоже интересный участок, который вроде как можно с легкостью проехать. А потом опять очередной резюмес. Тут люди тусуются. Ну, конечно, тут красиво. Тут тоже антураж. Так, никто даже не думал, что я сюда поеду. А я вот не думал, когда сюда поехал. Опа. Мостик мне помог. Один раз, второй раз не помог. Да, чуть-чуть
пара недель пораньше здесь было поприятнее ехать. Ну ладно. Ух ты ж. Ничего. Хорошо. Вот оно как пошло. Что-то там застряло. Блин, лягушка. Лягушка намоталась на колесо. Тяжело. Проблема. Можно было объехать там, но там какой крюк. Едем напрямую, бля. Набираем ход дальше. Это еще не все преграды на нашем пути, устремленном к... Да никуда не устремленном, этот круг. Спуск. 32 километра в час. Хорошо идем. Но надо сказать, пусто. Люди. Обгоняем этих тихоходов. Так. Очередной интереснейший участок, песок. Песочек, пляж чистый, песчаный. А, такая, золотые пески, малаховки. Ой. Попытаемся заехать. Заезжаем на досочки. Тут люди прогуливаются, ночью будут прогуливаться. Чуть раньше положено спрыгиваем с песочка. Буксуем по нему и продолжаем наш тур де лайк. Вспомнил слова на английском. Прекрасно. Фу. Колет в боку. У меня есть турничках, я тоже висел. Выделывался перед разными. Ладно, опустим. Я забыл застегнуть рюкзак. Так, это был достойный противник, но его я тоже обогнал. Ну, правильно по Балтике. С рунчиком. О, блин! Я сказал, блин. Потому что получилось чем-то. Ты ё-моё. Там люди. Придётся сделать небольшой объезд. И уже очень скоро начнется тяжелейший и очень ответственный участок, на котором можно упасть вниз, не на землю, а ниже. Вот так вот. А, блин, я надеюсь, все-таки будет слышно. Мы сегодня тестовый заезд с микрофоном. Я надеюсь, будет слышно его. Здесь надо поехать вот сюда, потому что посередине ходят люди. Здесь сложнее, но тем интереснее. Что здесь делается, непонятно. Понятно лишь одно. Выбор дороги я сделал правильный. И не пришлось играть в боулинг. А вот товарищ, мой коллега, который едет навстречу, сделал выбор не совсем правильный. Я вычу его. Наш тоже с ним коллеги. Вот, мы уже преодолели почти этот участок и вот-вот будем вырваться на финишную прямую, но сначала. Ага, неловкая ситуация была. Я побоялся немножко за велосипед. Не стал передним колесом перемахивать и воткнулся им к чертовой бабушке. Рядом с Али дамы фотографировались. У меня были два сопля. Все равно я на них не претендовал. Финиш. Там много людей. Это... Ой, бля!
обдал Дашу песком и на этом финишировал. Ну, опять.